Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Завели мы романовскую породу овец и решили, что сено на улице хранить все-таки это неверно. Возникла такая мысль сделать небольшую такую стажарню, пуню в народе называемую. Но так как финансовых средств особо нету, вот из подручного материала, реально из подручного, была сделана вот такая конструкция. Сейчас она загружена уже полностью сеном, сено привезено с поля. Как косили, я не показывал, но в следующем году покажу. Косили мотоблоком и такой небольшой роторной косилкой. Была чуть-чуть переделана китайская косилка, но сделана очень хорошо. В следующем году покажу, как она работает. Итак, как сделана эта конструкция? Ну, действительно, вы знаете, что у меня есть большая пилорама. Какой лес был, что остался от дома, от пола. Вот я выпилил такие брусья. Вот они такие, сотка, наверное, 150. Вот они просто вкопаны в землю, там обработаны отработкой. Ну, там видно черные пятна. Вот, и такая конструкция. Значит, здесь низ вентиляция, то есть вот два пальца. Такие щели. Не намокает, наоборот. Была положена трава сырая, и за неделю-две, наверное, она превратилась просто в сухую. То есть намокает, потом дует ветер, оно высыхает, ну и то есть такая вот хорошая функция. Но чтобы дождь сильно не затекал, сверху сделана глухая стенка из старого поликарбоната. Вот у нас был старый поликарбонат, его ветром на парнике порвало, чтобы не выбрасывать никуда. Мы сделали из него такую конструкцию. Это старая стена, ну вот. Вот такая вот конструкция. Чтобы сено не портилось на улице, вот если в рулонах покупать, вот оно становится таким, если оно лежит долго на улице, ну, мокрое становится. Это не сено. Вот такая конструкция. Из горбыля, из отходов, из всякого хлама. Шифер старый взяли, сняли с старой постройки. Вот видите, на побышках крыша крепится. Ну и сено спокойно здесь лежит. Сухое. Вот такая конструкция. Ну, вообще не обошлась, ну, только цена гвоздей. Все остальное полностью был. Ну, и доски, соответственно. Обрезки. С лицевой стороны сделано из хорошей доски, как бы. И та сторона от речки тоже из хорошей. Ну, а задняя стенка, все, видите, из небрезной такой. Вот такая конструкция. Закрывается вот на приспособление. Раз. И можно брать сено. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет что-нибудь еще интересного из сельской жизни. Значит, вот эта дверка скрывается туда, это второй этаж, так называемый. То есть, когда наполняется уже все внизу, открывается второй этаж и туда загружается. Сено утрамбовывается, то есть утаптывается. И держится дверка, очень важно, ни на каких там завесов, ничего нету. Все очень просто. Два самореза длинных. Самореза. И этого достаточно, чтобы эта дверь держалась. Вот, все просто, элементарно.